Пиши, ставь лайк, смотри поход. Жду уже на горе, жду пацанов, они что-то собираются там все. Я уже не вытерпел и поехал. Сегодня не просто так мы едем, сегодня у нас мотопоход по катушечке такие. Вот мой конь. Там чудесный видок, красотища. Солнышко, жара у нас, первые теплые дни, наконец-то зима ушла. Вдалеке вон снежная гора. Снега еще полно по горам. Может, даже где и мы на перевале встретим. Природа еще только просыпается. Время майское. Даже еще листочков нет. Можно посмотреть, где-то там видос есть у нас на майские праздники, где мы с Сашкой ходили, гуляли. Так там уже зеленое все. И лиственницы, и все-все-все. Уже и трава была. И цвело все, и яблони, и черемуха. А сейчас еще холодина, вон даже листьев нет. Первый пошел. Вот снежок тут у нас. Выехали на перевал какой-то. Тут у нас снег еще маленько есть. Сейчас едем дальше. Комментарий, что у вас случилось вам? Я контент знаю. Подъехал. Ой, блин. Надо же. Да, неприятность. Пошла починка. Лапки КПП. Ни хрена. Ты что, в лесу пойдешь? На Серегином боку. Ой, я что думаю?